Ух ты! А подожди, как валится, где изолента? Пластинки новые. Лёшка. Лёха, берёмся вот за эту трубу. И вот за эти подножки. Вот за эту раму можно, за подножки, да, давай. Давайте. Блядь, это же видно, что станет. Чуть-чуть модернизировано. Рама Рибовская. Точнее, рама не Рибовская, а вилка Рибовская. Что, ставишь? Да. Скорость включи, чтобы не катился. Колесо. Включи, Гарри. Скорость включи, чтобы не катился. Еще раз включи, гарить надо, чтобы он... Давай я подниму. Прям. Так, как-то мы, Сань, помню, что-то... Сань, как хоротал, блядь. Буду втыкать. Вот так вот как-то. Шарезина нулевая, да? Шипы, да. Шипы еще не это, не ободраны. И так по бокам колеса. Тоже ее на резину. Да. Наверное, вот так вот. Вот так. О! Наконец-то, нахуй! Пиздец. А качал все? Да. Ёбаный капитан, заблудился, блядь. Алкаш, блядь. Я вот только сейчас он здесь в себя пришел. Все, давай поздоровайся со всеми. Нет, да. Хай. Да пошел он нахер. Алкаш, блин. Заебал ты, где был нахуй? У тебя же уже 2 часа, блядь. Капитан хрена. Тольятти. 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 Темная, да.
Выстрелы пи. Пи. Не художественно получается. Я сам не замечаю. О, топливо понесли. Водичка. Илон Маск, смотри. Космос надо на воде летать. Космос надо действительно на воде летать, ну. Туда сколько литров влазит? Ну, где-то 40 с чем-то. Нормально. А давление какое создается? 16 атмосфер. Обалдеть. У меня аж сердце ёкнуло.